на танке у нас это Шредер и Винар. МТ Винар, Шредер УТ. Лок, ты чё там? Демонаспек делаешь? Да, он вроде говорил, что пошел демонаспек. Ура, ура, это как будет демон. У-ху. Только делай его через... Погоди. Соответственно, лок, делай его через беса. Не через этого петушонка, который в демон ветке. Потому что это бесполезный бот. Фласки для гильдии бесплатные. Череп у фласки. Везде этот припот. Побыстрее давайте. Чё у тебя, зелье дикой магии или быстроты? Говорите сразу только. СД. Я не фласки раздаю, а припоты. Дикость, какой тебе припот? Я говорю, что дашь тому и... Пистон. Должны сами знать, что для вас надо. Шинсунг, чё тебе припот? Не знаю. Ты дотешишь. Скорость. Сила атаки воет. Спасибо. Еще кому-то надо, давайте перспективнее. Техас, дикой. Хасту. Хасту. Чё кому? Ты чё? Чё тебе? Коня офни, ё-моё, не жай. Да офни, успокойся. Кому ещё чё надо быстрее звезде? По припотам. Походу никому нихуя не надо. Бать, я сам себе возьму. Обмен черепу кинь помидоринг. Все, всем раздал, нет? Сейчас помидоринг. Соответственно, это вот секунда, это из-за этого тянется все. Этот как его? По боешкам самого ЦЛК, то есть они уходят в ГБ на оплату ваших фласок, припотов. Надеюсь, это понятно. Соответственно, обычные, которые 200 и тому подобное, боешки будут падать, вы их можете ролить на себя. У тебя рыба есть? Счет? Да, рыбу да, я все. Взял, поставлю перед боссом. Давай, короче, погнали, я пойду пока кофе налью. Чек на готовность, чек на ФК. Ну, все здесь. Давайте трэш чистите. Бля, спек забыл сменить. Сейчас инста выйду, спек сменю, а ты что-то спек выйдет. Блок, ты немного неправильно ветку. Если надо, после рейдов пойдем, я тебе расскажу, как кинуть. Ну главное, что баф дает. Не, ну баф он дает, просто он в ДПС. А, я так хилее остался, да?
Ну ты ж не знаешь, кому заплатить бабки, чтобы, блядь, стать ДЗ. Бой взяток наберет, по-моему. Ой, это не ты. Какие взятки? Халдой. Никаких взяток, все исключительно через постель. Великая победа Орды. Так, поэтов аккуратно, ребят, на пассив делайте. Играем приоритет пауки. На полно танков делаем, танки Венер и Шредер. Блядь, Холипал хилит или чё там, блядь, с танками? Такие палы отлетают у них. На ДДшку летают. Холипал же не только танков хилит. Основная задача и приоритет танки. Ну ты стараешься только танков. Когда другие падают и хилят. В конце концов, все вы будете служить мне. Трубы тебя уже звонили, что ли? Да, два раз. Я его ваншотаю. А паука? Вау. Заебались. Мастер что-то прям кто-то любит. Танки. Пикаси в третьем. А, блядь, ну Шреддер танчит, я-то думаю, что за хуйня. Не, я думаю, Медвей танчит, думаю, блядь, можно врываться, тут я как долбоёб. Если не ты чарок, сейчас успеешься. Ловушку аккуратно сними. Давай, Шредер, после этого пака беда. Не знаю, как с ними. Танки меняются, соответственно, его надо, не знаю, не тончить. Я его поставил, быстрее кушаю, каски пробиваю. Всем Шреддер, ты всем каски бафаешь. Перебафаю. Q
херово то, что один дрот, блин. Один БР. Подать мне, нельзя никому. Хорошо, что вы кулак дали по приставам. Можно каску? Шеттер, каски по всем быстрее. Кто главный танк? Ивинар. Так, чек на готовность. Пьем фласки быстрее. Мастер, чего не хватает? Приста, баф. Фулл баф дали быстрее. Падали люди, ребята. Можно ребафнуть уже было, догадаться. Шейк тут. Чек на готовность. Шейпер. Что-то говорил. Тухну, заебись. Заходишь? Надо так, сделали перекур, сейчас перекурчик у вас будет. 3 минуты. Дальше перекур будет назначаться. Пойду чай. Или перед профом, или после профа, соответственно, перед правом кварталом. Посмотрим. По какой причине перекур? Потому что шейпер запускает ноут у нее, ноут потух. Сейчас перекур. Я пока в банку не тратил. Ебать, вам еще надо причину перекурить эту способность. Людям хочется покурить. Тут начинаешься. Курить здоровью вредит. Блядь. Первый раз иду в рейд с курящим Мэрилом, блядь. Ладно, а если не курить, то что делать, блядь? В носу можешь поковыряться. Сосать хуй сатаны, блядь. Поверь, шипался, в носу ковыряться. Все время, которое ты тратишь на курение, ты можешь потратить на что-то полезное. К примеру, заняться кинуть. Каким? Чем? Ну я рэп то читаю. Ага, полезные. Ребят, это, лучше покурить. Нет, а почему нет? Меня слушают, я довольно-таки известный рэпер. Почему? Ну-ка, зачитай что-нибудь. Я тоже рэпер! Мама и бабушка не считаются за известных. Если ты такой же рэпер, как Алиса, я лучше скрою себе вену. Я понял, меня. Охуенные треки вообще-то. Два, у меня криминал, у меня рисуют в одном. Прибей, у тебя не выходит за два текста. Дай ему, пожалуйста, мут, у меня кровь за шею. Спасибо. Я пишу. Где его найти? Я куплю ружье, блядь, и приду к нему домой. И застрелю его, да? Нет, ты чё, блядь? Просто покажу то, что ружьё купил, в смысле. Похвастаюсь. Известный рэпер, которого знает, но он сидит на пиратке, топ. Короче, группа... Подожди, стоп, я хочу играть в ЛК, ибо мне нравится ЛК, почему я не должен сидеть на пиратке? Если мне Battle of Azeroth не нравится, я тут довольно-таки долго нахуй играл на офисе. Тихо, кстати, полегче, я понял. Ты читаешь свободное время. Стопнули флот, пожалуйста. Шейп, ты заходишь, что там? Шейп. Алло, прием.
это ребезьян плодился. Я же говорю, я выйду, у меня банка БКшна, чтобы не тратить. Угу, я понял. Все, заходи. Шей, ты меня слышишь? Ты без голоса или что? Чек на готовность. Шарпи, чего не хватает? А, шкаф. Шарпа самого не хватает. А у нас время еще не пошло на доп. ХП? Нет. Оно уже кончилось. Войт, как начнем пулять босса, запусти таймер. Время 3,5 часа. Угу. ДК, а потом что? А потом ну, все. Если не будет, за 3,5 часа не закрываем, значит не будет дополнительного IP. Чек на готовность. Жарим. Все готовы, чё-то на пол. На полный винар. Геру. Я перед началом лапку даю, правильно же я понимаю? Раз вот друидов нет. По шипам. Оперативнее все делайте. Не теряйте свое время. Алис, прожимку. Шейдер, ступи, пожалуйста, про Тауэр. Или кто там с прото? Шейдер, Шейдер. За спину. А, забыл сказать, привяжите мне палок пару. Да сколько там осколков? 2, 1? Привяжи себя сам. 2 осталось. Я не могу. А после осколков только лидер? У тебя такой же ник только с двумя L? Да. Теперь там понты сколько будет, да, осталось? Да, осталось 2. Упадет только идем. Один. Давай на 5 каш упадет 2. Я ставлю на 2. Ты уже чарки запас свой? Да. Ну
Ну их нахрена нам танк с ШМом, пускай ДДшит. Так он ДДшит сейчас. У тебя готово уже, чтобы зачарить и сокетить его? Да, все есть. Мне кажется, ли вы по два раза спрашиваете? Нет. Это кажется. Там даже бриллианты, небось, готовы. Отправил, все. Да. Мосса, давай, побыстрее. Группу лут ставь. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало... РДД по черепу. Пошли, мили, иначе шотнет нахуй. РДД по черепу, милишники отошли. Танка-то хилить надо. Она вон шутула. Я подошел, она упала. Череп заэвейдился, не попадай. Нормально, пошли. Добивайте этих. Фрейм босса у них большой, если что так. Сразу говорю. Пэтов убрали. Сказал же, пэтов на пассив. Пэтов активируйте только на боссах. Помощник отошли. Да давай ты двигайся, сука. Играем по черепу, да. Толстан. Не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Добивайте. Кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы... Пирогога, вставай, беги. Подошла. Всем добрый вечер. Добрый вечер. ДТ по черепу, остальные Алиса Агли того привестника. Она идет сока. Следующего пока Агли. Дал стану. Алиса, ты меня слышишь? Или нет? Б. Отлипай. Говорю, блядь, РДД по черепу играет, агрис следующего. Нет, блядь, стоит нахуй. Барон читает. Она рэп читает. Всяким происходит, со всяким происходит. На энфу нихуя. РДД по черепу. На базу. Ух ты, попривык нажал.
Агрис следующим. Ладно. Сейчас Агрисом. Так. Слишком ты. Беги, малышка, беги! Так, первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Рыбку. Царь обезьян, помогает шестой с другой стороны. Рогио играет чисто в босс. Бафы отдаем, потому что наложились люди. Рыбу кушаем. Джованни, они все сами в. Чек на готовность. Все готов. Отчет на пол. Как вы смеете ступать? Вот поставил. Это место станет вашей могилой. По трэшу. Шарпи, тяни с лестницы, пожалуйста. Блять. Контроль. Лично про диспелить только не забудьте. Пять секунд помощников. Пять секунд до контроля. По мобам. Контроль. Милишники, около лестницы. Около лестницы милишники слева. Служи. Шарпи, ты играешь слева, если что. Давайте 25 секунд быстрее доливаем. Контроль 5 секунд. Контролим. Алиса. На центр босса. На центр, на центр. Диспельте. Геру. За духами следим, не забываем. Ну, это не Гер. Все равно. Все равно, учить надо. Кому надо, кому нет. Ну, привыкать, по крайней мере, нужно. Контроль. А отвыкнешь здесь. Топнули флот. Контролим. Ну или так. Духи в меле пошел один. Ты не в силе противиться моей воле.
Я ж говорил, упадет осколок. А вот и лук. Так, все, следующий осколок свеча. Да нажимай, чтобы за 10% забирать. Грейт. Чекай. Ой, сейчас. Я же говорил, нажмите третью кнопку, ё-моё. Что, Войт, можно поздравить? Нет, еще. Один еще. Один. А, один еще. Все, разрулил мне. Сейчас там какие-то шмотки, лук, еще какие-то. Мне только один вопрос. А нахуя в РДД патиха? Кинуть не дай было. Мне ханта ко мне. Да я перебрался. 10% раз в 5 минут хочешь, да? Хитрец. Здесь все. А, еще одна. Парирование. Если что, заберу 10% на желтый. Че, даем за 10%? А, там кому-то надо. Где? Ну, я только за 10% забираю. У него в спек хил, если что. Ну да, у меня на третий спек. Мне тоже на третий спек надо было. А лук что-то уже кому-то ушел, не это что? Ну, так, ну, медвея. Мне это кому? По групповую ставь. Зеру. Остановились. Я к тебе еще ни разу танки не видел. У ханта, походу, ЕПГП не стоит. Я тебя на этом палом тоже ни разу танки не видел. Ну, я закрывал ссылка в этом танке. Ну, не закрывал ссылка, имею в виду, а только начал. Так шмот раздается? Нет, не так. Просто вот я видел этого спека. А когда я сказал на 10%, до этого все нажали на грид. Я сказал, когда нажал перед этим. Сделай третью кнопку. После убийства босса я спросил в чат, ну вот сюда, в Discord, что нажимать, чтобы за 10% забирать. Ты сам сказал нажимать, я нажал грид. Я Вайда уже давно просил сделать третью кнопку. Я что-то вообще не пойму, что происходит, куда, как и шмот уходит. О, книги познания символов. Первая кнопка что? 100%, вторая 50%, а третья 10%, хотите? Да. Нету третий. Там есть вот этот минер апгрейд. Да, он спрашивает, какую вам ввести кнопку, чтобы за 10%. Да. Сделать им кнопку, чтобы за 10% было. Третий спек сделай. То есть, а если нету вот этого аддона и ПГП в пролете, да? Да. Ну да. Это кто говорил? Это призрачный? Да, это там. Ну, тебе надо его скачать, тебе нужен лук, я правильно понимаю? По моим приоритетам. Ну, как тебе сказать, если, например, до Лича дойдем и не будет там арбалета, я бы взял. А так бы я, конечно, арбалет взял. И где это менять? Где настройки эти? А, вот. Или ПГП лукмас. Добавить окошко. 4 до 5 берешь, или там 6. Так, у меня написано main, минор. А минор это что будет? Да, вот это... Окей, я отдам, но только отдам за 50% по той причине, что за 10% отдается, если только ролит один чувак. Хочешь забрать за пол ГП, отдаю спокойно. Тогда себе начисти 50%. Это третий спек, ребят. Третий спек, а не второй спек. Не забывайте об этом, нахуй. И не то, что один ролит. Его могут нахуй дохуя ролить. Шарпи, хочешь кто-то за пол ГП, пожалуйста. Ты чего сразу не жмёшь? Мне похуй на это кольцо, я могу отдать кому надо. Просто правила не знаете, а потом начинаете спорить. В смысле не знаем правила? Я у тебя спросил. Я тебе я тоже сказал. Ну ты спросил, я когда сказал? 10%, блядь. Я отдам кольцо, мне это похуй. Нет, ты говоришь, что мы тупенькие, но я у тебя после убийства босса спросил, чтобы за 10% забрать, что нажимать? Ты сказал, грид нажимать. Так. Нажать грид, потом давай, сказал, вот сделай эту, блядь, четвертую кнопку. Вы... Ну, так а что ты на нас тупенький говоришь? Ребят, алло, прием, вы меня слышите? Вы да. Сейчас теряете свое время на доп. ЕП. Здесь да. Понятно. Алиса, прыгай. Чек на готовности. Ник еще не хватает. Пушки кто-то. Ребафните. Ребафните магов. 4 плюсов пушки. Дай нам баг на зарубшую это Шансунг.
Не бафнули вас? Еще раз чек на готовность. Я готов, и что я тут пишу всякую херню? Угу. На, заведи. Короче, что-то понаписал там, сейчас проверим. Смерти, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, слетаем! Следующий турбо там, да, после меня? Да. Призрачный, можешь не прыгать, просто напуливай на меня здесь трэш. На этом корабле. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Артету делать нечего! Короче, я не знаю, запомнилось это или нет. Сейчас посмотрим. Если чё, этот, блядь, скинешь на меня, этого, нахуй. Лидера с ботером, я, блядь, разролю, у меня есть тут. Прыгнули. По дальнему трэшу, милишники, вы не играете. Прыгайте обратно быстрее. Вой дофтерс. Чего? Ну ты не в целу, грач. А чё ты не в целка? Я на корабле на каком-то. Да выкинула. Я выкинула? Угу. Лутера на меня ставь. Сейчас. Да нам на секунду написала, что не в сетевой. Ну я и говорю, выкинула. Поставился? Да. Я, короче, тут на корабле на каком-то стоим, он пустой. Погоди, я выкинула вообще с игры или выкинула на другой корабль какой-то? Ну какой-то корабль, тут море вокруг. Тебя выкинуло с игры или нет? Ну выкидывала, я потом зашел вот на корабле стоял. Это в Северном море, походу. Да. Прыгнули. Тогда сундук не лутайте, засумоним. А кто его будет лутать, кроме меня? Тот, у кого есть правая кнопка мышки? Угу. Сразу за фул, ну, этот, все шмотки заберет просто. За фул ГП получит. За все шмотки. Ну, без шмотки. Если кто сундук до прибытия войда. Да, полутание на том, у кого, блять, лутер полутает. Получит просто за те шмотки, которые выпали, ГП себе на карман, без шмоток. Прыгнули. Я что-то прослушал, что делаешь? Вот они сундук узнаешь. Сюрприз будет. А, окей.
прыгнули. Больше ярости. Пушки никто не стреляет, пока все не уйдут обратно на корабль. Убили мага быстро и на корабль. Быстрее. Все свалили. Добивайте. Сейчас прилетим, лок, шкаф ставишь, смоешь. Интересно, кто-нибудь по ЛГП ходит? Тыкнули, присмонили войну. Нету сумона, если чё. Сейчас было секунда. А, есть. Пришел. Ага, я бегать могу наконец. Донести? Да. Я делаю той сундук. Лай ЕГП, блядь. А у меня таблички нету. Смотри сам, что там. Да ничего не видно. Походу. О! Я же говорил, что с кораблей будет тосково, ко мне никто не верит. Так, погоди. Это моя тактика. Войт. Который бой с ГЦ. Тебе не идет лут. Ну ничего страшного, дай забой. ГЦ воет. Все уже поздравляют, кинулись. Ну, ой, не судьба, видать. Войт, а после осколки сейчас осколки не упадут вообще. Войт, так, после осколков только лечится. Я не знаю про чё, бля. После осколков шеями всё. Там лечит, там боешки дает сундука. Хороший. Ну, по-моему, лича надо убивать всё-таки. Да шеема нет. Лич — это ластовый квест. Что зачем? Уже с шеемом, когда ты будешь. Сейчас он... Да. Да, просто сделать на сундук. Никому нахуй не надо. Я знаю, у кого появится скоро медальон Джайны. Это буду я. Давай. Рыба поставил. Я так понимаю, это я могу распылить. Да я могу оставить похуй. Че ты чарку сокет носишь с собой? Или как дурачок? Третий раз. Сейчас на готовность. Четвертый вой. Сейчас отсюда осколок наколдую. Ага. Все готовы, заводи. Турбо получилось? Да. 50 голд. Это, блядь, я уже тут за ПС проплачиваю, за осколки проплачиваю, че охуель, что ли? А кому ты, слышишь, погоди, кому ты за ПС проплачиваешь? Шансонгу, что ли, блядь? Да, вон он стоит, видишь? Слышь, Турбо, покупай хил. Плагиат, блядь, 50% мои, нахуй. Это была шутка, он не против меня. Кого надо убивать? Вейнар. Че такое ПС? Придание сил, ты запустил войт? О, блять, а чё, сука? Я оставлю всё, блять. Прошу это время отнять потом. Я думаю, чё за куда? Зелень, не забудь выпить, или это нет? Есть у меня, но у меня на броню нету, дай на броню. А, подожди, может есть. В ГБ есть на броню. Я напали. На. В ГБ там 15 штук. Я выпил, на 2 штуки будет. Кулак, дайте по шаману. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет. Не могу. Ты можешь в другой раз кричи, блядь. Я вроде всем давал кулаки, но не всегда отслеживаю.
Так, а на какой там секунде он запускается? Рано вы хитрости 50 отдали. Секунд. Ребят, если у вас плохой аддон. Хитрости вы рано отдали. 20 секунд, а у вас 15, да, они не успеют напулить. Успеют, сейчас еще трупики летать начнут. Потом опять болтать начнут. На время боя напулят. Ну вот сейчас откатился на пул. Вот, нет, видишь, уже трупики взлетели, сейчас начнут. Если то этот не откатился. Я сейчас отслеживаю их, нет. Геро. Алиса, давай бомжи. Бам-бам, все кроме Рок. Карты бомжей. Вам. Не, ну был бы я на варе, я бы с тобой поспорил. А тут, конечно, никак, вообще не. Слишком далеко. Нихуя, Воля. Ну, табличка не поменялась, там ничего не поменялось. Ну, сейчас... Осколок упал? Нет, вроде. Блин, знаете, как хочется Волю, но если я нажму Mind Spec, меня все пылесосят. Жми. Не пауз. Даже грит нажала. Нажми, жми. Никто же не может тебе запретить. Ну, войду она и не вынужнее. Не давай сказать тебе за эту тренинку. Чё?
что на говно. Какая? На хосту, которая. Этот... С РБК. А, это-то. Да мне надо с Алькатраса на приста, блядь. У меня времени, блядь, 3,5, но... Максимум я буду сидеть до 11. Разролили? Да. Сейчас я релогнусь, у меня почему-то кого лагает страшно. Но вот группу так вот люди, сролившие волю и ливают. Ага, нихуя. ТПшимся быстрее. Ему так осколок надо. Последний. Вряд ли. Дал. А, блядь, невосприимчивость. Зачем тебе возвращать? Ты и так тут ничего не заберешь, кроме этой печеньки. Разве что какой-то шмот с духом не нужен. Так, вторая где-то, блядь. Ну, печеньки, если что, всегда за фулмак идут. Вернешь мастеру или не знаю. У меня нету прав. Валькирию. Угу, молодец, плюс. Возвращай, конечно. Джураде передай. Пятый пати друид. Блять, я еще встала. Обратно идем. Добиваем толстяка и обратно. О, полетело, блять. Вот когда нужно, не огряз. На полный медвей или на Эвинар? Нихуя у меня ДПС нахуй. А если ты в танк? Я в танк. Уже кончилось и пол ДПС. Пылающий огонь на... Это прокат. А сегодня ФВ что делает? Алис. Что? А, да, я делаю. А, что, бадя? Лимон, парень, я сделал кастрюлю в гильдии, хороший. Ну, с гильдии он, походу, был только ради квестов, но... Если не знаете, значит не говорите лишнего. Да, лучше ничего не говорить. Это я ничего не говорю, я просто говорю факт, который был. Я знаю, что он не зад. Ты чё ты, это, блядь, коварный план, который я 10 лет выстраивал, блядь. Вестните Чопса. На базу кольцо. Короче, на сурке я почему-то очень сильно лагал. Не знаю, первый раз такое вижу. Это все шэм и воля. Может интернет, не знаю. Там справа пошли, алё. Потому что мандраж был. Не надо ничего, разворачиваться. Идите бейте, Эльнары захиливайте, бегом. Нет. Пусть колба придет, пусть я ее увижу. И сролю. И распылил. Я пойду по следам Вайда, я заберу ее на Элема, блядь. Кольцо около. Я нашел адрес. Ну, сфера. Это роль тихуя. Кольцо у меня.